На еженедельном аппаратном совещании, которое прошло сегодня в администрации, обсуждались вопросы, касаемые бесперебойной работы всех служб города. В первую очередь, решение насущных проблем кузнеча. По информации директора горэлектросети, предприятие за неделю сработало в плановом режиме. Однако произошло ряд отключений. Аварийное отключение было одно, рвали кабель на перекрестке Калинина, Мантрова. В течение часа подали напряжение. Три кабеля не выдержало испытания. Мы их тоже восстановили. Сегодня 4 кабельных линии ставили под испытание. 4 подстанции отремонтировали. Обрезку деревьев ввели по нескольким улицам. Улица Стекловская, Белинского, Чкалова. Там мы проводили связанную с заменой воздушных линий. Наступил новый учебный год. Школы города прошли достаточно серьезную проверку и подготовились к приему учеников. Однако, по словам главы городской администрации Сергея Козина, успокаиваться не стоит. Необходимо продолжить заниматься благоустройством территорий и подъездов к образовательным учреждениям. Иванович, давайте просчитаем. Значит, возможно, вот на сессию 8-го, значит, вынести. То есть я к тому, что будьте готовы. То есть на каждой школе нужно будет, где ямочный ремонт, где там небольшой кусок полотна положить. То есть, ну, там минимум какой-то найдем, изыщем там 50 тысяч, может быть, по 100 тысяч на школу, да. И плюс поликлиникам. Ко всем поликлиникам тоже вот там полотно достаточно изношенное, хотя мы деньги внутри большие туда вкладываем, а на улице не совсем там комфортно подходить, подъезжать. Пожилым, больным людям. Не остается без внимания вопросы, с которыми обращаются граждане к главе городской администрации во время личного приема. Очевиден и спрос с руководителей, ответственных за их решение. Встреча с жительницей Южного микрорайона произошла? Да, все, там решили вопросы. Мы просто не успеваемся комментировать, объясним все как есть. Сегодня сделали. Ну, объяснили или... Объяснили. То есть поговорили. Да. Важно же рассказать, объяснить, договориться, как, да, чтобы людей в заблуждение вводить. В ближайший четверг в 7-м микрорайоне состоится очередной совет общественности, где жители города напрямую смогут задать вопросы руководителям различных служб города.